Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, братья и сестры. Сегодня я хочу с вами поделиться очень-очень важным, полезным рецептом для оздоровления нашей печени. Я очень долгое время страдал жирной печенью. Жирная печень, не мне вам объяснять, очень важный орган в нашем теле, особенно для тех людей, которые страдают сахарным диабетом. Здоровая печень – это залог успеха в лечении сахарного диабета. И очень много людей, особенно дагестанцев, страдает жирной печенью, потому что мы едим чрезмерное количество углеводов. Данный рецепт – это смузи, который я сейчас вам продемонстрирую. Он поможет вам очистить вашу печень от жира в течение 10 дней, иншаллах, по воле Всевышнего Аллаха, но с условием исключения из своего рациона углеводов. Низкоуглеводная диета – залог успеха в очищении нашей печени. Что мы берем для этого? Мы в первую очередь берем петрушку. Вот приблизительно вот такое количество петрушки. Петрушку, наша печень страстно любит петрушку, чтобы вы знали. И есть и другие средства, конечно. Это средство самое доступное, поэтому я хочу вам этим средством, этим рецептом с вами поделиться, так как я его очень часто использую. И хвала Всевышнему Аллаху, я оздоровил свою печень благодаря этому. Вот берем вот столько, приблизительно вот такое количество петрушки, пучок петрушки, и мы очищаем его, отделяем от стеблей, приблизительно вот так, и дальше. Дальше мы его рубим. Легче, когда сам умеешь это все делать, и когда у женщин занятий бывает очень много, не всегда они могут успевать, а нам нужно оздоравливать свое тело. Поэтому вместо того, чтобы выпивать что попало, всякие газированные напитки, научиться уметь готовить такие полезные зеленые смузи – это здоровье. Поэтому берите пример. Так мы нарубили, вот столько получилось у нас. Теперь дальше мы это все закидываем в блендер. Теперь дальше нам требуется два лайма. Мы берем с кожурой, все это рубим на вот такие вот доли. Все. Закинули мы это все сюда. Дальше мы добавляем четверть чайной ложки куркумы. Четверть чайной ложки куркумы, пожалуйста. И четверть чайной ложки перца. Мы как знаем, где куркума, там должен быть и перец. Дальше мы заливаем вот это количество нашей смеси двумя стаканами воды. Вода, конечно, должна быть хорошей. Все. Вот приблизительно готов наш напиток.
Вот, пожалуйста. Здесь два стакана напитка. Как его пить? Его пить натощак. В день, то есть сколько бы вы его ни пили, от него вреда нет. То есть в течение 10 дней пить этот напиток натощак. Иншаллах, печень будет чист, станет чистой и здоровой. Но, подчеркиваю, исключаем всякие сладости, углеводы. Соблюдаем режим. При соблюдении, при исключении до минимума углеводов, такой напиток оздоровит, сделает здоровым, очистит вашу печень в течение 10 дней. Иншаллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.